Вот качку он может затаковывать малую. А и не только малую. Добрый, ну мы, я говорю, потому давай постоим уже, не люди. Мы с ними попасть, все боимся. Пожучить его до жеки, это одразу. Давай. Ну плыви. Видишь? О, видишь? Не, вроде мусишь иначе. Зубы всякие, ладно. Мы зараз тупо идем. Оба козерка, бог есть по тих аллеях. Питя, хочешь ты? Так пойдем. Видишь, как оно прикрентило его что-то, не? Когда было молодое. Когда было молодое, его что-то прикрентило. О. И так его завинело, завинело. Якась бужа, пойми. Не? Ну чего я сюда пришла? Мы идем и тут. Едем сам. А, зараз тих людей все пустим и пойдем и там. Зараз любся, они пшейдут, а мы наразі идем. Зубач качка, заспевай ей. Мы так идем. Ну, да. А это ты от чернуха, знов черный там с белым клювом. Он ее хочет еще послушать. Еще хочет ее послушать. Сядай, бабся. Сядай, бабся. Вот у нее сало озерка, видишь, Любся? Видок на него. На ручке. Да. Ты единственный, что в тем парку. Это певица моя золотая. Смотри, как он меркует. Я говорю, в тем парку в Лозенцах там выше деревья и такие, знаешь, он более старый, чем парк Скорешевский. На 100 лет он выше старше. Бо он в 18 столетии был. А этот в начале 20-го, поэтому тут деревья не очень большие, ну не исключая тех редких, что были перед этим. А закрой ночью, бабся. Бабся, только рот не раскрывай. Тут ныркует, вон поплыл туда. Влево, влево. Он уже научился ловить разных жабок маленьких. Сколько тут таких стрекоз? Боже, это не, нигде к житию, не бери никуда, ни до носа, если ни бы их в объектив, как тогда у Вислыми, с бабцей шли и стрекозку такую небескую. Така кольорова, така ладно было. А тут такие червоные летают, якісь. Зобачили их тут. Ну, такой... Смотри, вот стрекозали эти пенькие. Вот. Их споро. Вон там. Вот, смотри. Их тут море. Так где бы сели бы? Вам не жарко, а вы в тени, да? Ну,
Да. Вода еще есть, Крусета? Хочешь? Нет, хочешь? Чтобы ей хватило. Да я обойдусь, я не припадаю. Да я не хочу воду. Воду вредно пить сейчас. На жаре. Пить, конечно, надо, но на жаре вредно. Как и пить воду после еды. Или компот, как любят у нас. Так, ты ладней. Слушай, вот это вот езерка, наверное, второе по величине после того нашего там, где мы обычно бываем. Потом идет это, и еще есть там, но те уже поменьше, совсем малые. Мы тут были с бабцей зимой, то был такой вот легкий лед так стоял, и какой-то пацан, кажется, шел по нему. Я думаю, ого, сейчас провалится. Мы были, когда снег тогда был, помнишь? Мы выбрались. Впервые мы зимой пошли в этот парк. Был страшный коронавирус. Мне было очень смутно. А там было коронавирус. Смутно. Не был страшный, а был такой, как всегда. Когда политикам не выгодно, то он сразу слабеет. Когда им выгодно, то он. Я могу посмотреть на твои пальцы. В общем, не о чем говорить. Где мы? Где мы? Где мы? Где мы далее? И куда это? И куда это мы выйдем? Смотри, какая ладная, червоная, но она такая шибкая, что зубоч найти мосточек мы зараз. Так я попозже, что я сдымую, сдымую. Мы с тобой почаще. Зубоч, какие ладные мосточек. Где? Ні в коєму разі, бо а як воно сухе, і ти впаднеш до води, я не хочу брудитися в тій брудній воді. Ну не брудно, а в тих опадах. Зуби з коженням вирвано, вятром. Где наша бабця? Згубились. Зубач, який ладний мосточок, і вон клутки, клутки. Но власне же, сух. Зобач, видишь, клудочки сцепляют же быту в руки. Видишь? Ну добре, еще с подками. И ты Ася и Матеус. О, в стичню того року были. А то F плюс V в лютым были. N плюс S в марцу были. Ты чеба? Або во. Видишь, клудок сколько нацепили тут на лазе. И были вот эти клудки, даты установили. О, вьюрка. Да ты ей дай вреньку, как она придет. Зренький голос. Ну, добре. Взяла, значит, добрый уже. Может, есть еще бенди? Вы видели клямочек? Что? Ну, я же тебе говорил об этом, рассказывал о датах. Тебе они, Любцы, то не интересует. Когда-то. Вот сейчас вот тебе говорил. При... Не слышала вообще. Первый раз увидела. Есть свидетельство. Ну где мы идем?
Наверное... Я могу слушать и не слышать. Доброе... Идем к озеру там. Ну, я говорю, наверное, надо идти сюда или туда, куда. Я знаю, что... Мне кажется, сюда. Что это озеро было близко. Смотри, вон еще. Давай, давай ее. Волой тут. Да хоть. Дай ей дареньки, пусть она возьмет. А, ты уже так дал, ну давай. Чекай, она не возьмет друга. А может это та сама? Я мечтаю, что та сама. Да? У меня, таки сам, а вон. То, где мы тут, что там? То идем, что тут, где? Ту? Ну. Мы можем опять на выспу выйти. Ага, да, там выспу обходить, пусть лепишь. Смегловец полетел, вертолет, геликоптер. Давай, бабки, туда. Ну, пукай, пукай. Может, на стенд напишите. Зайчка, зайчка, она ведь не шевельнется. Вон там, правда, что-то такое. А, там кто-то плыва. Пес плыв. Качки, ну кто же может плывать? Качки? А может пес, там псы, я видел, купались. Там ты что? Что, ты же измельчила? Да. Китя, то есть... Так моется, да. То есть ты Копалова нашей подружи. Ну, я так жартую, не бойся. Ну, мы ж выйдем на наш пенький тен. Пруд. Если я не допустим. Ну идем мы до пруда, до этого озерка нашего. Пусть от него идем на автобус. Но, чи там трамвай. А пусть я и надо. На крыльях. Я всплываю. Добрый, они все купают. Чи ты вольно купать? Тоже пески купались, я видел, а хоть то заброненно, але люди зобуть, аж при свободу входит. Я молчу. Ну она не. Молодец, и малый хлопок. Ну не так и уж малый. Ну тут все боись. А ты? Ты для чего? Слухай, видишь что? Повем тебе так, вот слышишь тенгу, то ведель. Вот что боишься на тенгу. Добре, это и есть тен озерка, бо дичь и тен ведель. Если будний день, то он працует певне на... Вот так выходи тут. Где мы на воду? На воду и до автобуса. Но бо иной други нема. Любце... Это бабця... Это бабця... Да? Ага. Ну, добре. Еще... Я так не знаю, чи тут сворачивать, чи далі. Зараз ми бабцю, з бабцею це порадіємо. Ну, бо тут можемо вийти на ту виспу, весь. А може далі? А? Тут сворачивать, чи далі? Добре, йдемо далі, бо тут можемо на ту виспу вийти. А може ми не ламо? Що? Ну.
Але то к тому же озерку, где мы были, оно две вельки есть. Оно ма свои те. Ні. Зобись, Люда. Зобись, який там птах. Угу. Вільки, хто то? Правдивий? Ну, я, власне, не знаю. Зараз я забачу. Так. Угловий руша, веш? То есть, не знаю, то как это сегодня, что то есть? Журавль. Журавль, лабень, альбо шапка. Не, то не лабень, то есть на 100%. Журавль, альбо шапка. Або цапля, або журав. Зараз мы еще... Видишь, что можно тут? Забаки, он мадьоб. Клюв. Зобач, от Вера. Он певні полює на риби. Шкода же ми далі. Що? Або за тим сатін. Ну я не знаю, тут подобний. Зараз, чекай, тут є. Он зараз обрутив. Чекай, давай вот так вот. Я вот наведу. Видиш? Ага. Вон, видиш? Вот он пошит, пошит. Такой камера у меня дригаща. Я вже згубила. Ну, це добре. Я, видиш, який там є багатий в живності. Так що тебе повідомити? Вон стадіон. Ну, правильно, але нам треба в другу сторону. Стадіон, це... нам все одно туди. Ми вийдемо праві... Можна вівш сворачувати, віж? А, ні, після вот того мосточка. Бо той мосточок може нас на виспу запровадити. А висп, це ж треба якусь птаху. Шкода ж він тут так далеко. Я би його поснімав би з удовольствием. Перший раз такого птаха тут видзе. Видів кого угодно. Бакланов, лебендей, якісь, ну, ружних, а такого. Бо вони обычно где-то в дикой природі, а он в парку. А, Зобач, вот это... Зобач, то вот там, где это квяты высаживают. Ну, и тут уж близко тегу куда. Во-во-во-во. Похоже на аист або на цап з Уралу.
Cheers.